Так, нас пригласили пить чай. Мы идем по базару, по местному. Вот он. Это вот всякие тут сладости. Это магазин сладостей. Ксения, скажи что-нибудь. Говори, нас чай пригласили пить. Старейший сейчас будет чайный дом на Эрбильском базаре. Нас пригласила Аризу туда. Она купила такие, как казинаки. Я говорю, ты казинаки купила? Она говорит, семечки. В ее месте, откуда ее мама родом, это с Азербайджана, иранского Азербайджана. Вот она эти слова использует, семечки. Она знает. Вот она нас ведет в эту старейшую чайную.